22 августа в каждом регионе России отмечали День государственного флага Российской Федерации. Флаг ведет историю с 1668 года. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича. Триколор стал официальным государственным символом в 1991 году, а с 1994 года стали отмечать день, посвященный флагу России. В рубрике «Мобильный репортер» мы увидим, как проходили патриотические акции в Ленинском районе. Праздник флага – день рабочий, поэтому все мероприятия были намечены на вечер. К примеру, около кинотеатра «Искра» по инициативе молодежного совета состоялся флешмоб «30 лет России». Встает заря, светла и горяча, и будет так вовеки нерушимо. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима. Там же прошли выступления клуба исторического фехтования и реконструкции «Цитадель». В заключении акции мотоболисты клуба «Металлург», являющиеся неоднократными чемпионами Европы, совершили круг почета с государственным флагом по улицам города Риги. Заводи моторы!